Компьютеризированная швейная машина со 100 швейными операциями. Перед нами швейная машина Джанаме 4100L. Это современная модель электронной швейной машины с горизонтальным челноком. В комплекте с машинкой прилагаются лапки различного назначения, шпульки, набор игл, вспарыватель, отвертка и прочие аксессуары, а также педали, пакет документации. Для переноски и хранения предусмотрен мягкий чехол. Машинка имеет лаконичный белый корпус. В его верхней части есть ручка для переноски. На передней панели находится небольшой дисплей, отражающий рекомендованную лапку, номер образца и ширину строчки, и длину стежка. Под экраном расположены кнопки для выбора режима и установки значений. В центральной части лицевой панели находится регулятор скорости, кнопки подъема и опускания иглы и автоматической закрепки. Оливье, рычаг реверса и кнопка старт-стоп для шитья без педали. На торце стандартно расположено маховое колесо, а ниже выключатель питания и разъемы для подключения провода питания и педали. В нижней части корпуса предусмотрен съемный отсек для хранения аксессуаров. Эта модель может выполнять до 100 различных швейных операций. Например, делать оверлочные, потайные, эластичные, декоративные строчки и шить двойной иглой. Машина оснащена подсветка рабочей зоны, съемной рукавной платформой, а также электронной регулировкой усилия прокола и автоматической закрепкой строчки. Уникальной особенностью модели является функция регулировки скорости шитья, которая при использовании педали составляет 820 оборотов в минуту, а без нее 700 оборотов в минуту. Подведем итог. Джанаме 4100L – электронная швейная машина с простым управлением, встроенным дисплеем и большим выбором операций. Она может работать со всеми видами тканей и подойдет как любителям, так и более опытным мастерам.